Я приветствую моих зрителей из Грачевского парка. Это тихое, спокойное место в скором времени станет жутким балаганом. Откуда у меня такая уверенность? Да я уже видел то, что происходит на стройке на месте Ховринской заброшенной больницы. Конечно, то, что стройка будет большая, для меня не было сюрпризом, но то, что она будет настолько грандиозная, я понял только сейчас. И поэтому я приглашаю вас вместе со мной пролететь над стройкой, побывать на самой стройке и все увидеть своими глазами. Полетели? Ну а прежде чем начать знакомить вас с новыми хоромами в Ховрино, посмотрим, как здесь раньше жили люди и какие люди здесь бывали. Собственно, перед нами усадьба Грачева. Бытует мнение, что купец сколотил состояние, играя в карты и в рулетку в одном из престижных казино Монте-Карло. А потом построил эту усадьбу, частично скопировав то самое казино. На рубеже веков в Ховрино собирались достаточно известные представители Серебряного века. Писал картины Кирилл Лемах, приезжали литераторы Алексей Николаевич Толстой, Валерий Брюсов, бывал здесь и Владимир Гилеровский. После революции, конечно же, Грачева отсюда прогнали. А во дворце и службах разместился рабфак Петровской сельскохозяйственной академии. Затем здесь был санаторий, госпиталь и, наконец, усадьба Грачевка и прилегающий парк переданы Московской областной клинике физических методов лечения. Ну, теперь как-то стало понятно, почему впоследствии рядом выросла Ховринская больница. Тут же рядом храм во имя иконы Божьей Матери Знамение. Тоже с богатой историей, но она мне показалась не такой интересной, как история ХЗБ. Ну вот, вкратце об окрестных достопримечательностях. Теперь переходим к новостройкам. Над Грачевкой теперь нависает вот это. На этом относительно небольшом участке проблемной земли, с убранной в трубу речкой, разместится пока что безымянный жилой комплекс. И прямо сейчас хорошо видны этапы строительства. На месте бывшего здания морга уже почти законченные корпуса. Последний раз я здесь был около 10 месяцев назад, и с тех пор очень многое изменилось. Напомню, что тогда корпуса на месте морга только начали строить, а остальная территория представляла собой огромную грязную лужу. Впрочем, все это вы можете посмотреть по ссылке в углу. Ну а сейчас перед нами выросли еще 4 башни. Справа налево корпус 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Высота первого 30 этажей, у остальных по 29. Почему так неровненько? Может, строители ответят под видео? А я продолжу. За четвертыми корпусами виднеются этажи второго и третьего корпуса, которые будут иметь форму букв ОП, если смотреть сверху. И все это аккурат на месте главного корпуса больницы. Шутка архитектора? А вообще, здесь шутки не заканчиваются. Мои зрители наверняка помнят, как выглядела сама ХЗБ. На канале огромное количество видосов про ее снос. Так вот, к чему я? Возможно, это мое воображение, но вот эти вот оконные проемы, лоджии и вообще формы новых зданий сильно смахивают на для некоторых родные элементы ХЗБ. Правда, не так изящно расставлены корпуса. Приглядитесь хорошенько, прямо навеивает. Это прям как в анекдоте про завод с «Жигулями», где пытались делать «Мерседесы», а все равно получались «Жигули», потому что место проклятое. Тут еще пару слов надо сказать про подвалы. Если о подвалах ХЗБ можно спорить до сих пор, то вот здесь они точно двухуровневые. Все отлично видно. А еще очевидно, что вся территория просто залита бетоном. Сколько его здесь? Буквально море и горы.
Итак, самый высокий дом будет 30-этажным, а самые низкие секции – 9 этажей, что более-менее сопоставимо с высотой ХЗБ. Обычно такие кварталы еще до рождения получают имена. Ну вот, например, жилой комплекс «Наследие» или жилой комплекс «Просторы». Здесь же мне не удалось найти название воздвигаемому человейнику. Лишь сухие слова. Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории. Район Ховрино. Клинская улица, владения 1 и 2. Насчет озеленения территории не знаю. Посмотрим. А вот полное забетонирование налицо. Нет, строители прям молодцы. Решают довольно сложную инженерную задачу и весьма успешно. Другой вопрос. Нужно ли так густо заселять этот клочок земли? Может быть, только так можно было отбить средства, выделенные на снос ХЗБ? Кстати, о строителях. Похоже, они начали потихонечку возвращаться с обеда. Да, теперь в этом месте уже не демоны, а башенные краны. Но все равно неплохо смотрится. А полетели к кабине. Глядите-ка, а раковина-то с жемчужинкой. Вообще немного напоминает вертолет с этого ракурса. Даже вот винт есть. Но что-то я совсем ударился в лирику. Давайте я тут покружу постройки, а вы просто посмотрите. А потом напишите ваши впечатления от увиденного внизу под видео. Ну а автора, как обычно, можно отблагодарить лайком или теплым словом. Всем удачи и до новых встреч!